Всем привет! Сегодня рассмотрим новую машинку Moser Chrome 2 Style с артикулом 1877-2051 и сравним со старым Chrome Style. Чем они отличаются? Я недавно проводил соцопрос в Инстаграме, кому нравится новая машинка. И довольно интересно вышло, кстати, я на экране выведу соотношение процентное. Давайте я вам открою, посмотрим, что входит комплектации. В комплектации у нас входит сопроводительная документация. Обязательно при этой покупке этой машинки обязательно прочитайте документацию. Там очень много интересного написано. Вот таким образом оно все упаковано. Коробка, кстати, на коробке написано, что сделано в Германии. Вы можете видеть. Да, вот такая упаковочка. Достаем машинка. Машинка очень интересно упакована, кстати. Первый раз, когда машинку достал, я хотел ее разрезать, но потом подумал. Оно открывается вот таким образом и достается машинка. И без ножевого блока. Где же ножевой блок? Давайте поищем его. В комплекте у нас идет 6 насадок стандартных, пластмассовых. 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12. Вот таким образом они выглядят. Я потом одену на ножевой блок. Давайте я их всех достану. Потом у нас идет в комплекте ножевой блок, отдельно упакованный, новый ножевой блок. Давайте я его сразу одену. Легкосъемный ножевой блок, очень легко снимается. Не забывайте смазывать редукторное масло, потому что если вы не будете смазывать, вы поменяете именно вот эту часть и пластмассовую часть, потому что вот эта часть все стирается. Давайте ее сразу одену. А также у нас в комплекте идет док-станция. Вот так оно выглядит. И шнур для зарядки до 3 метров длина шнура. Масло и щеточка для чистки ножевого блока. Так, давайте мы это все отложим. Давайте поговорим про батарею. У машинки литий-ионный аккумулятор без химической памяти. Время работы составляет 120 минут, время зарядки составляет 80 минут. У старого Chrome Style время работы составляло 90 минут. Время зарядки составляло 60 минут. Вот вам отличие первое. Есть LED-лампочка, то есть вам он показывает, на каком уровне находится заряд. На руководстве документации вы можете прочитать, как узнать, на каком уровне у вас находится батарея. Потом у машинки идет комбинированное питание, то есть вы можете напрямую подключить. Вы можете напрямую зарядку подключить, либо через док-станцию подключаете. Это очень удобно, кстати. Потом ножевой блок. Как я говорил, ножевой блок легкосъемный. Сделан из, вот даже на коробочке у вас написано, новый ножевой блок Diamond Blade. У нас идет углеродное покрытие и обладает алмазно-подобными свойствами. То есть намного эффективнее идет срезу, чем у старого Chrome Style. Высота среза составляет, вот у вас рычажок есть. Вы можете передвигать его. Высота среза составляет от 0,7 до 3 мм. У старого Chrome Style тоже высота среза в таком же диапазоне. Ширина составляет 46 мм. Давайте я сразу одену. Вот. Очень легко одевается. Hey!
машинки DS роторный мотор, 5300 частота строк, вес составляет 275 грамм, а у старых Hormstal весит 290 грамм. Знаете, как они придумали новый дизайн Мозера Chrome 2 Style? Я придумал дизайн! Я придумал дизайн! Они взяли Ярмила, взяли Chrome Style и соединили. Почему? Потому что у Chrome Style нет эргономики. Видите, как оно идеально, оно просто идеально лежит в руке. Я даже, вот вы сами, когда купите, вы почувствуете, как оно лежит в руке. Одно удовольствие. В первую очередь форма. Идеально лежит эргономика. Именно лежит идеально в руке. Для фейдов машинка тоже предназначена. Почему? Четверти есть. Плюс то, как она вот сгибается. Просто идеально повторяет контуры головы. Да. Для каких людей ты советовал бы эту машину? Я бы даже ее для женского зала посоветовал. Для женского зала? Она настолько лежит в руке, не скользит за счет вот этих всех, как прорезиненных. Как от... Угадай, сколько весит машинка? Грамм 100. Нет, да ты шутишь. 275 грамм. 275. Легенько, да. Легенько. Ты посоветовал бы, например, для своих подчиненных? Да. Да? Я просто, у меня есть люди, которые работают как бы американской техникой, есть, которые обожают просто немецкое качество, которое они подводят. Да. Вот. Для разнообразия я бы себе взял бы даже в арсенал бы с большим удовольствием. Да, аппарат. Кстати, вот в последнее время я прихожу к тому, что у кого большой поток, не должен быть одна машинка, потому что она быстро выходит из строя. 100%. Да, это где-то две машинки, 100% должен быть для стрижки у мастера. Это обязательно, мне кажется. У кого есть большой поток. Есть soft touch, то есть оно не скользит. Видите, есть шероховатость на поверхности. Так что они взяли Moser, взяли Ermila, соединили это все вместе, поменяли чуть-чуть дизайн, новый ножевой блок, док-станцию новую добавили в дизайне, и вот вам новый Chrome Style 2. Если вы хотите приобрести эту машинку, переходите на сайт zepsus.com либо trimmers.com.ua, ссылка будет под видео. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, ставьте лайки. Если какие-то вопросы будут задавать, я вам с удовольствием отвечу. И что я могу еще сказать? А, кстати, переходите на... Что у нас еще есть? Где всегда получает человек информацию, а? Быстрее всех. Это Инстаграм. Так что переходите тоже в наш Инстаграм, подписывайтесь. Там всегда будет интересно, я закидываю. И соцопросы, а также. Не забывайте чистить и смазывать ножевой блок. Вроде все сказал. Всем до свидания, хорошего дня или настроения. Спасибо машинка тебе. Бомба. Да, рекомендую. Спасибо тебе большое за комментарии.